Пятый по счету пункт регистрации транспортных средств сегодня начал свою работу. У дверей выстроилась очередь еще до открытия. Объект расположен возле МКАД в Большом Стиклево, 83, на территории бизнес-центра. Сюда будет удобно добираться жителям Заводского, Ленинского, Октябрьского, Партизанского районов. Автовладельцам не нужно будет ехать на улицу Тимирязева, где всегда много посетителей.